Долгое время я считал, что для того, чтобы работать дизайнером, необходимо сначала проучиться в институте лет 5-6, в зависимости от скромности, так сказать. Дальше, после этого, выходишь из института, понятия не имеешь, что делать, естественно, да, где искать заказчиков, каких, а вдруг ты обломаешься с поиском, а вдруг с самими заказчиками. Ну, то есть, за 5 лет в институте тебе, конечно же, напихают кучу всякой всячины в голову, не пойми, что с этой всячиной потом делать. Обычно все нормальные люди выходят из института и думают, что же им после этого делать. А, соответственно, надо устроиться на работу сначала, поработать с каким-нибудь крутым профессионалом, набраться опыта, так сказать. Вот. Естественно, все это за копейки или вообще практически бесплатно, за опыт, да, вот, тоже, ну, хотя бы годик, а то и два годика, то есть, это если повезет с профессионалом, а если не повезет, вдруг он не будет делиться информацией, или вдруг он окажется не такой уж крутой профессионал, как хотелось бы, придется искать еще одну какую-нибудь компанию, там поработать, вот, ну, и потихонечку нарабатывать навык и так далее, то есть, я думал, понадобится где-то минимум лет 7, куча денег, куча, ну, то есть 7 лет из жизни, это очень много, и это поэтому прям сильно переживаю по этому поводу, вот, но я прошел этот путь, да, значит, я сначала долго учился самостоятельно, не решаясь, да, я думал, что я все-таки справлюсь сам, потом нет, я отучился, потом работал в одной компании, в другой компании, в третьей компании, в четвертой компании, мне казалось, все время казалось, что еще недостаточно, еще пока что недостаточно хорошее портфолио, потому что я всегда знал, у кого оно намного лучше. Всегда мне казалось, что еще недостаточно быстро я делаю проекты, еще надо, значит, себя оформить, еще надо сделать сайт, еще надо на этом сайте написать какие-то тексты, а как делать сайт, ну, надо пройти какой-нибудь курс, наверное, тексты по копирайтингу еще надо было пройти, потом появилась какая-то новая программа, вот, которая сильно лучше всех остальных, и я окунулся в эту новую программу, и, в общем, через некоторое время я понял, что я все время только и делаю, что я готовлюсь, год за годом я готовлюсь, ну, то есть я привык уже, я привык не зарабатывать деньги, я привык все время готовиться, я привык работать в техническую сторону, я привык изучать программы, усиливать свое портфолио, нарабатывать новые навыки, вместо того, чтобы учиться работать с заказчиками, вместо того, чтобы учиться привлекать заказчиков, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, то есть монетизировать эту профессию. И в тот момент я вдруг резко понял, что у меня, в принципе, изначально все было для того, чтобы успешно работать дизайнером. Изначально вообще все было. У вас ситуация другая. Во-первых, у вас есть возможность пройти, получить азы профессии значительно быстрее, ну просто на несколько порядков быстрее. Вовсе не обязательно мучиться много лет в институте или на какой-нибудь работе. Можно очень быстро, при плотном подходе, так сказать, буквально за один месяц получить все необходимые навыки по вашей профессии. Очень быстро. Сейчас существует просто суперические количество прям супер инструментов, программы шикарные, которые делают за вас большую часть технической, монотонной, так сказать, работы. То есть по работе с чертежами, по работе со спецификациями. Все можно автоматизировать, все делают программы. Сейчас есть супер инструменты по созданию крутых визуализаций. То есть все помогает, техника нам очень сильно помогает. Сейчас очень много классных приложений. Начать работать можно вообще буквально с телефона. И это реальность. То есть это вот действительно правда. Сейчас есть программы, которые устанавливаются на телефон. На них можно делать вот такие шикарные, красивые картинки, проекты. То есть действительно все смотрится очень-очень достойно, очень здорово. И сейчас есть все необходимые инструменты для того, чтобы работать дизайнером удаленно. Именно это мы с вами будем проходить на курсе, именно это мы с вами будем внедрять. Технология отточена до такой степени, что с этим справится даже ребенок. То есть, проходя пошаговые инструкции, проходя вот быстренько, быстро, проходя маленькие, очень простые, очень интересные уроки, эту профессию освоит абсолютно любой, абсолютно любого возраста, ребенок или старик, с этим справится абсолютно любой человек, все очень просто, все очень красиво и очень легко внедряемо, и это действительно монетизируется, потому что рынок потенциальных заказчиков, он колоссальный, он очень-очень большой, практически любой человек, который планирует делать ремонт в своей квартире или хотя бы просто перестановку, он уже наш потенциальный заказчик. Да, многие из них не пойдут к крутому именитому дизайнеру, потому что у них нет денег, но консультация им очень нужна. И она действительно, даже если она, ну, совсем недорого стоит, проводите хотя бы консультации, вы сможете в месяц зарабатывать сильно больше, в несколько раз больше, чем ваши коллеги в вашем же городе. Вот это все мы с вами будем проходить на курсе.